Саш, ну, по горячим следам, первые впечатления прошедшие матчи какие у тебя сложились? Ну что, начали за здравие, как говорится, вернее, за упокой. Стандарт. Всем было сказано, где кто находится, но не уследили, будем разбираться, чья причина, в чем. Ну, пропустили гол, ну что сделать. Не получилось отыграться в первом тайме, но зато во втором тайме начали хорошо. Единственное, не знаю, издалека не было видно, был ли пенальти или нет. Что сейчас говорить, момент прошел, уже поставил, удалил игрока, но игра была поломана. Но все равно ребята не опустили руки, сражались до конца, десятером тяжело было. Ну, жалко, что не вытянули этот матч, хотя очень многие старались. Саш, понимаю, что на поле не до того, но наверняка все-таки слышно поддержку, особенно на выездах, когда приезжают наши болельщики. Слышно, она вам помогает? Я во многих командах поиграл, и когда еще в быту соперника «Факела» приезжал. Очень приятно было находиться на футбольном поле, потому что мы играем для болельщиков. И поддержка, она необходима. И огромный низкий поклон за то, что они приезжают во все города, поддерживают. И за всю команду хочу извиниться за этот результат. Очень, мы стараемся, старались, по крайней мере.